себя. И после этого следующее движение руками. Пам, пам, ножкой, пам, пам. И все это вместе. Пам, пам. После этого мы раскрываемся в плие. И у нас руки также идут по очереди. Правая, левая и правая для себя. И затем нам нужно встать на одну ножку, ручка от себя и к себе. По себе по телу. И потом в эту сторону то же самое. Угу. После этого мы спрыгиваемся, спрыгиваемся точнее на две ножки. И у нас ручка в пистолете делает от себя два раза. И мы при этом прыгаем. Пам, пам. Затем у нас идет в сторону шаг. Пам. И ручка к себе. Затем пам. То же самое, только в другую сторону. Да. После этого у нас руки будут уходить на ножке. И мы будем делать вниз, лево, наверх, вниз, в сторону. И разъезжаемся по сторонам. Да. И будет сам прыгать. Девочки с обеспечкой делают все то же самое, но у нее вместо этого движения идет все рукой. Пам-пам-пам-пам. То есть она всем управляет. Да. Итак, сам припев. Наш припев начинается с того, что у нас ручки вот в таком положении бьют, грубо говоря, по тазовым косточкам и поднимаются наверх. А бедра у нас будут с центра идти с левой стороны по сторонам. Да. То есть у нас пам-пам-пам-пам. Да. И мы должны идти весом на левую ножку. Пам-пам-пам-пам. Дальше еще один удар, и руки возвращаются в это же положение. И после этого правая ножка у нас делает два движения. Пам-пам. Да, то есть мы должны продвинуть ножку. После этого мы спрыгиваем, ручки у нас вот в таком положении, и мы должны поднять левую ногу. Пам. После этого ручки у нас будут на то же самое положение, что было изначально. И мы должны поднять левое бедро, и при этом нарисовать небольшую петельку правой рукой. Пам-пам. Затем ручка возвращается к левой. И мы прыгаем то же самое, только на правую ножку. Пам. И возвращаемся к плие, и ручки у нас перед собой вместе. После этого у нас идет два удара круглой клеткой. Пам. Пам. И мы остаемся также в плие, и у нас поднимается одна ручка правая. Делаем раз. И при этом мы должны соединить ножки вместе. То есть у нас идет наклон, и при этом мы сдвигаемся вместе. После этого еще один наклон, и у нас левая ножка открывается в пол. Пам. И возвращаемся на место. И еще один такой же удар. Пам-пам. Да. Затем мы будем идти вперед. У нас два шага, и руки будут в кулаках работать следующим образом. То есть мы были здесь, и у нас идет пам-пам. Ручки идут просто вперед по очереди. И у нас должна правая оказаться также первая. То есть мы с нее начинаем движение. Мы были здесь, и у нас пам-пам-пам. Затем у нас идет крест, и вместе с этим остается правая ножка к левой. Пам. Ручка от себя, две прямые полностью. И у нас идет волна снизу наверх. Пам-пам. Зафиксировали себя точкой. Да. И здесь мы будем снова распрыгиваться на две ножки. Пам. И ручки будут по очереди идти вниз. У нас идет правая вниз и левая будет согнута в локте. Затем все то же самое в другую сторону. И на третий раз у нас ножки вместе. После этого у нас будет перешагивание назад с правой ножки таким образом. Пам-пам. И на следующую ножку пам-пам. Ручки у нас будут делать с этого положения. Правая идет из-за головы. Пам. Таким образом. Вместе с этим мы шагаем назад. Пам-пам. И в другую сторону. Пам-пам. После этого у нас следующее движение. Мы чуть-чуть распрыгиваемся. И ручки у нас будут в таком положении. Здесь. Да. Затем ножки у нас вместе. Здесь открывается правая ножка над полом. И левая ручка у нас будет на плече. Да. Затем мы шагаем назад. И у нас меняется ручка. Идет, будто бы мы замахиваемся. Идет ладошка сюда. Затем такой же шаг, только ручка меняется. И после этого мы разворачиваем себя. И ручки у нас уже будут вот в таком положении. После этого мы отставляем снова ножку, чтобы у нас они были не вместе. И ручки идут уже сюда, в таком же положении перед собой. То есть мы были так, теперь они должны быть здесь. Да. И вместе с этим у нас будет еще одно движение бедрами вперед. Пам. То есть у нас идет пам, пам. Затем такое же движение, только ручки меняются, они полностью от себя выпрямлены. И ладошки у нас смотрят от себя. Пам. Затем еще одно такое же движение, что было первым. И после этого у нас идет
Пам. Да. У нас левая ножка открывается от пола, и ручка идет в это положение, чтобы вы начали. Только уже от рука. И мы собираем все часть под счет. Теперь по первой части. Итак. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Припев. Пам-пам-пам-пам-пам. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Собираем весь кусочек под 50%. Yeah.